Извините. Подойдите, пожалуйста. Сейчас же займусь с вами. Мы немного заняты. Вот так. Сейчас же принесу ваше блюдо. Уже почти готово. Приятного аппетита. Будете пить чай. Это все? Заказ для четвертого столика готов. Куда все это нужно нести? Спагетти с соусом болоньезе и гамбургер на четвертый столик. А где четвертый столик? Да, ты права. Четвертый столик — это где дама в красном. И? Лысый господин сидят. Это столик. Хорошо, сейчас же на тот столик. Сейчас же на тот столик. Лысый господин уже. Прошу прощения, господа. Ваш заказ немного задержали, потому что сильно заняты. Кто заказывал спагетти с соусом болоньезе? Я. Прошу вас. Ваш гамбургер. Спасибо большое, какая же ты милая. Благодарю. А что вы закажете из напитков? А ты что посоветуешь? К сожалению, скажу айран. Почему к сожалению? Потому что папа не разрешает пить газированные напитки. Почему не разрешает? А я сейчас спрошу. Папа. Слушаю, дочка. Почему ты не разрешаешь мне пить газированные напитки? Потому что вредно, дочка. Говорит, что вредно. Твой папа полностью прав. Мы тогда выпьем айран. Конечно. Хорошо. Молчи. Срочно 2 стакана айрана. Сейчас же дам. Ты заполучила эту работу. Я принесла айран. Прошу, это вам. Благодарю. А это вам. Вы хотите что-нибудь еще? Нет, спасибо. Всегда пожалуйста. Вы хотите что-нибудь еще? Благодарю. Брат, что ты делаешь? Блин, Угура, что ты делаешь? А что такого, брат? Я разве не могу прийти? Не можешь. Верно говоришь, мне нельзя. А ты откуда узнал, что я работаю здесь? Посудомойщица сказала, парень, у нас ведь тоже свои связи, не так ли? Понял, хорошо, давай смотри, у меня есть дела. Погоди, брат, стой. Нужно кое о чем поговорить. Парень, потом поговорим, не видишь, как много людей? Смотри, даже IQ работает. Добро пожаловать, брат Угура. Надо же, посмотри на свою племянницу, как же она работает, молодец. Я могу взять гамбургер? Друг, поговорим вечером. Давай, брат. Ладно, брат. Погоди минутку, я помогу. Нет, не надо. Ладно, дай. Димир, что происходит? Что ты здесь делаешь? Выйди вон из моей закусочной. Не успел прийти, я уже все испортил, брат. Ладно, хорошо, Аллах, Аллах. Иди давай. Мы же не съели ваше кафе, выходи. Извини, шеф. Шеф, работники нужны? Мне тоже помочь? Выйди. Ты не хочешь? Смотри, я ухожу. Блин, уходи, парень, не уходи. Извини, шеф. Ты испортил здесь все. Джандан, только тебя не хватало. Можешь после работы оставить койку у мамы Хаджар и прийти домой. Сергей хочет поговорить с нами об Ойке. Она сказала, что у нее есть хорошая идея, чтобы обеспечить комфорт Ойке в школе. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.